День пожилых людей в Доме культуры города Видное был насыщен разными мероприятиями. Для всех пришедших на праздник подготовили большую развлекательную программу. В фойе проходили мастер-классы от творческих студий Ленинского района. Каждый желающий мог попробовать себя в прикладном искусстве. Замечательный мастер-класс. Совершенно. Получаются красивые вещи, могу показать. Очень увлекает, очень занимает. В подарок себе и своим друзьям. Просто шикарные лаванды. Очень красивые. Не остались в стороне и сотрудники Центральной библиотеки. Они напомнили пришедшим на праздник о старорусских традициях. Мы делаем куклу-оберег. Для чего это нужно? Для того, чтобы куколка охраняла наш дом, как в стародавние времена. А на Масленицу мы ее сжигаем. Значит, ну, ничего такого сложного, да? Мы делаем вот такую куколку, вот, и ставим ее в красный угол. На лицах людей почтенного возраста сияли улыбки. Бабушки и дедушки делились друг с другом секретом молодости, как жить не унывая от житейских невзгод. Наш глава пригласил нас сюда на этот праздник. Я очень рада и вот жду, что мне будет приятно, весело. И вообще пожилых не надо забывать. Мы, как вам сказать, мы и так ждем чего-то хорошего, чтобы что-то в нашей жизни изменилось, хоть мы и старенькие уже, пожилые, но все равно хочется лучшего для нашей жизни. Самое главное, что нас не забывают. Это очень приятно, пожалуй. Самое главное, что все вот пожилые люди, они очень довольны, что хоть в этот день нас собирают. Затем началась торжественная часть. По словам представителей власти, в такой праздник не стоит говорить только о возрасте, а нужно отметить заслуги пожилых людей, вспомнить то, чего они достигли за свою жизнь. И в этот день еще раз, как и многие праздники, которые мы с вами вместе встречаем, именно вас хочется поблагодарить за то, что вы делаете. Потому что мы своим достижением, своим развитием, в своих целях и задачах, конечно же, должны ориентироваться на ваш опыт. Уважаемые друзья, я с удовольствием поздравляю вас с праздником. Крепкого вам здоровья, благополучия, сил, энергии. И пускай у вас как можно больше будет поводов для улыбок. Ведь улыбка продлевает жизнь. С праздником! В зале сидели люди самых разных профессий. Медицинские работники, учителя, военные, отдавшие всю свою жизнь служению нашей Родине. Весь вечер во время праздничного концерта с участием творческих коллективов звучали поздравления. Зал громко аплодировал, ведь среди мелодий и песен многие были им знакомы с молодости. Дмитрий Книга, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.